Ля? Да ладно. Опа, полетел. Невидимка нападает, пацаны. Тут. Как Рикимару, помнишь, то же самое. Ну что, друзья, решили мы с Антонио сегодня подписать рубрику «А что если...» О, Антонио, Вича взяли. Давай попробуем эту тему. Сколько уже игр пытаемся, записываем сейчас другой видос, но если взяли Леона, надо попробовать сделать вещи. Давай попробуем сделать контент. Как это делается, мы, друзья, естественно, говорить не будем. Те, кто видели фишки, все это видели. Че, го, наверное, на нижнюю руну? На низу посмотрим. Возьмешь туда? Я не знаю, может... Давай посмотрим. Если он там, я не знаю, хекс возьмет... Не знаю, на каком левеле он возьмет хекс. Давай, если что. Пока ничего не качаю. Вдруг если кинет. Да, типа сейчас за руну будем драться. Но хекс просто 2,5 секунды идет. Либо импейл, либо хекс. Попробуем задушить. Хуска взяли, Зевса взяли. Хен Хуск, у чела ник, видел? Хен Хуск. Кстати, подписчики зафоловились у нас в команде. 3-й, 4-й, 5-й. Все остальные тоже, походу. А, у нас же приватка была. Смотри, мне надо, если я, как я вот сейчас ничего не вкачу, если он тебя затекст, мне надо моментально вкачать Bloodlust и на тебе накинуть. Да, типа да. Типа да. Вот кто лагал. Вот у кого интернет. Веселый. Хен Хуск. Интернет. Так, ну Арм... что? Сейчас задушим. Ля, стоит. Давай под руну. Нафиг, на руне. На руне. Сейчас будем за руну драться, сейчас все сюда придут. За руну будем драться. Так, курочка есть, все есть, вардик. А, вардик, если что. Окей. Сейчас, я не знаю, я, если честно, в предвкушении, что сейчас будет на руне. Будет интересно или будет не очень интересно. Но сейчас за руну будем драться, если что. Ты в ВБЛ пойдешь? Да, я в ВБЛ. Будет забавно. Так, ну они тут все собираются, да? Я аваланч возьму. На всякий случай. Если вдруг он там хекс скачал, то... Да. Сейчас... Оп. Если что, Bloodlust. О! Ля! Да ладно! Подожди. Не-не. Монету. Лол, это забавно. Он серьезно вкачал хекс на ранний. Жесть. Слушай, ну абуз. Абуз сия Руси. Посмотри. Лол. Слушай, ну походу... Мы, если честно, столько видосов пытались эту тему подзаписать. И получается так, что... Вместо рубрики «А что если» выйдет другая рубрика «А что если». Получается так. Так, ну, я понял. Главное, мне сейчас это преимущество не растерять. О, и Зевс такой, наверное... А чё это? А чё, ничего не понятно, да? Лол. Так, ну мне нужны стики тут. Жесть. Если честно, так непривычно. Этот ХП бар очень высоко. Как будто у меня какой-то этот. Я смотрю на это и умираю. Это забавно. Это забавно. Опа, полетел. Я убил Зевса. ЗБ. Убил Зевса. Опа, пошло дело. Пошел играть на пистоле. Да, оставь, пофиг. Почему Тини такое скритнее? Братан, я не знаю. Если честно, так долго пытались это записать, но оставляем пока. Я не хочу упускать такую возможность. Попробовать так поплеить. Потому что это забавно. Несмотря на то, что чел вышел. Направлять на хитбоксы, кстати, парень на Зев все нормально направляет. Мне главное еще ультимейт не взять. Ультимейт всю эту тему ломает. Вол. Хорошо. Отлично. Так, ну что, Зевса будем принимать?
Четвертый левел. Спамит конторы. Зевс. Хилка нужно душить, надо будет его дальше. Хорошо. Сейчас хилочка придет, надо подзадушить его будет. Go. Че там овнят лайны, да? Ну мы овнем. Хорош. Тут дазл хороший. Дазл, да, он нормально будет плейть. Он делает то, что нужно просто. Делает то, что нужно. Делает то, что нужно. Эх, не добил. Блин, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Забавно. Это очень необычно. Очень необычно. Сейчас Зевс подойдет, надо подзадушить. Так, у меня есть сапог, да? У него сапога, по-моему, нет. Да, гол. Почему нет? Она вообще не подставляется, типа. Один раз сфидел и все. То есть он больше не хочет подходить. Опа, минус. Пойду на топ прогуляюсь тогда. Бодла нету пока. У них что, лесничок есть? А нету. А нету. Дазил. Инча на топе, она с клоакой. Не пробить. О, у меня пятый левел, я просто швырну сейчас на пацанов. Я невидимка нападает, пацаны. Тут-т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 ут. Полетел. Да, поближе к тавру. А мы ее не пробьем. Лол. Даже инча с пассивкой. Ну, такое, такое. Поехали. Центральную. Nice gun, как говорится. А он сразу начал убегать сразу. Как будто понял, что в чем-то есть подвох. В чем-то интересно есть. Интересно смотреть будет, как догон будет вылетать из пустоты. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Я дагер, конечно, ПТ дагер. И начнем догониусу делать. Дефолтно. ПТ дагер, догониусы. Сегодня у меня, видимо, не игровой день, Антонио. Потому что я даже добить никого не могу. Не ворает. У меня бывают дни такие, когда прям, ну, вообще плохо все нажимается. Я не знаю, я по хп жестко просаживаюсь тут от Зевса. Дазл покурил. Со мной постоял. Покурил. Хорошо. Ля, ты нормальный парень. Зевс на низ пойдет за руной. Смотрим, что мне сейчас выпадет. Пойдет. Дабл дамага, ну такое. Дабл дамага это такое. Да нифига там инча овнит, понял? Красава. Что тут будет интересная игра, что ли? У меня тут интересно с Зевсом на миду, на самом деле-то. Он не подходит, короче, вижена у меня на миду нету. Я тупо болтами получаю по лицу и все. Тупо чел не подходит. Он подходит только тогда, когда дать надо болт. И все, он просто меня вторым сейчас спамит. Мне надо, чтобы кто-то на центре пришел. Я могу. Приди, я не могу тут стоять уже. Он в начальной стадии разок сфидил, и все, я сижу просто на расходник. Вард разбил. GG. Даже под смоком прыгну. Давай. Так, есть хил, есть вард. Вард сюда ткнем. Я его, в принципе, сам могу размотать. У него стоит вард где-то на миду. Я когда даже обхожу, он отходит.
Я тупо обхожу, он тупо отходит, все. Я слева вверх. Давай, потом... давай. Вот я просто слева сверху его пытался зайти, но без смоков, он меня увидел. Он тупо меня болтами закидывает и все. А я сдохну сейчас. Сдохнешь? Нет, не сдохну. Нормально. Чисто тучка такая. Вовсе не медведь. А меня просто вторым подспамлит. Можно еще раз для профилактики его. Обойдешь снизу через нижнюю руну. Слева видел, он тебя видел, да? А? Слева, да, вот тут где-то, скорее всего, я так подразумеваю. Стоит что-то. Сейчас снизу можешь обойти. Сейчас еще раз гангнем его. Чтобы парень не расслаблялся. Я пойду на руну. Так. Хорошо. Опа. Летит. Идет. Go? Да, go. Почему нет? Подтанчишь? Будет вообще хорошо. Нормально. Пойдет. Внизу рунка есть. Отлично. Хорошо. Так, погнал я. На низ. У меня, блин, 30 крипов, это очень мало. Сейчас прокасты будем давать. Прокасты в крипов. Под хил. Хреново, что ульту брать нельзя. Мы будем плюсы качать. В атак спид разгонят этого. И догончик. Мне тебе нельзя кидать. Да, Bloodlust нельзя. Даже рядом. Но рядом может это массово задиспелить можешь просто. На топе весело. Тоже хочу на топ. Пешочком иду. Пешочком иду. Там Зевс, по идее, прилететь еще должен. Я так думаю. Или Экспри. Магнотавр, Магнотавр. Я... О, Зевс прилетел. Че, ты в наглую пойдешь? А могу, почему нет? Почему нет? О, а он без кнопок. Чпонь. Опача. У меня хп мало, я не подхожу. Хорошо. Жесть. Она бесплатная, ман. У меня сейчас дагерочек уже будет. Это, я не знаю, это забавно выглядит. Типа, ну так, невооруженным взглядом тяжеловато на самом деле. Вот хп бар убери альтом. Да, тут только тень видно, только тень. Только тень такая. Без хп бара, конечно, тяжело. Так, ну есть. Это забавно. Я не знаю. Тупо забавно. Хорошо. Все, дагер есть. Единственное, даже не видно, как я атакую. Сейчас пойдем душить. Пойдем душить с дагером. Опа, с Девском буцкает. Гоу. Иду. Жесткая артиллерия идет. О, спасибо за подписку. Отлично. Сейчас я иду. Опа. 800 хп здесь сейчас задушу. Прокаст просто такой, непонятно откуда. Все. Это забавно. Ману дай. Хорошо, я пошел на центральный. Так, догончик, говоришь? Где? Нет. Ладно. Это забавно. Невидимый Тини в студии. Обновление такое. А ты меня не видишь, что ли? Да? Дверь мне запили. Зачем тебе мне видеть? Ченджлог, типа, да, смотри. Изменение. Это забавно. Так, ну что, погнали.
Сейчас мы встанем где-нибудь на агрессии. У тебя есть пассивка Мортры. Изи. Так, на топе. Вкусняшка. Я ее не убью с прокаста. 700 хп. Это чисто тучка такая. Обходим. Обходим. Уже обходят. Обходят сон. Нашел. Нашел такие пацана. О, как будто МХ. Кто его нашел? Он просто умер сам по себе. Да, там никого и не было. О. Я никого не видел, честно. Ты видел кого-то? Это как большая урса. А что если собрать большого урсу и вот эту же тему? Это будет, прикинь, невидимый тини, который бросает огромного урса. Такой огромный хитбокс полетел. Ты чё подходишь так близко, а? Она не боится ничего. Кроме моего аваланча. Кроме моего дик. Можешь выложить, я дам аркану. А чё, мне стик только выкладывай. Давай. Хорош. Полетел чисто. Так, у меня есть Дагониус почти. 200 золота. Опа. Игнайт на лице. Но самое прикольное, что все же это типа, ну, релиз сделать. Так, секунду, можно реюзнуть. Рекура. Шесть. Такой бред, если честно. Такой бред. Так, 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 стойте. Ой, какой аваланч. Полетевший. Магнус топнул. Магнус топнул. Я не пойду туда. Хорошо. Забавная хрень получается. У нас команда агрессивная такая. Честно, я тебе не знаю, что тут сказать насчет этого геймплея. Вроде с одной стороны это прикольно, а с другой стороны непонятно. О, если честно, оппозиции никакой нету, да? Дагон такой видел. Что-то там чисто и все. Погодные условия изменились, и красные молнии. Ой-ой-ой, душат. Погодные условия изменились. Красные молнии вылетают. Че там, аркану дашь, да? Тут нужно, тут я подобужу. О, найс. 400 маны. Появись. Пайп просто сделать и зайти. Да. Хилочки есть, можно поесть. Очки есть, можно... Я, в принципе, могу прокастом прыгнуть, дать что-то. Мне надо, чтобы Зевса и Леона убить. И все. Вот этого пацана. О, как хорошо. Як хорошо. Это на вставочку. Как Рикимару, помнишь, то же самое? Как с Рикимару. Чисто идешь, догон. Такой из ниоткуда. Я догон максить буду. Это забавно. Чисто херо киллер получается. Магнуса к вам притянуть. Антонио, летающие Магнусы. Принимай. За посылку, да. Спасибо за посылку. Да, спасибо за посылку и за подписку. Полетели. Посылочка. Все, засыпан. Я просто раскидываю. Так, а можно мне курочку? С маной проблема у меня. Его пушить низ. Что делать? И Bloodlust не, вот не могу кинуть, это нафиг. Давай я отойду. Хорош. Хорошо. Я тебя не заметил.
Леон хочет полетать? Лайон. Вместо него я полетал на импейле. Аркана есть. Да, го выложу. Есть. Отлично. 500 маны просто сразу появилось. Че, отойдем, низ сломали. Гоу, другой лайн. Забавно. Летающий агур. Чисто летающий агур. Так, у меня догончик еще есть на базе. Сейчас пойду схожу, возьму. На топ пойду. Регенерация, отлично. 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 Летающая трахеха. Сейчас кого-нибудь выкину. Ля, куру реюзнули. Лагер несут себе. Пожалуйста, ребятки, можно секундочку? Я понимаю. Можно не алакрить, а мне вот это, спасибо. Все, летит кура. Летит кура. Че, кого-нибудь выкинуть к вам? Магнуса, чтобы РП в кучу дал. Как думаешь? Это найс. Какой бред. Ну да ладно, меня типа не видно тут на хайграунде. Хотя видно хорошо этот хитбокс все равно. Че, агур? Полетели, агур. Не-не-не. Чему? Я пушаю. Пушаешь ты? Надо было лететь в Магнуса, ты че? О, щит, here we go again. Here we go again. Чисто быстренько пронесем, такой фановый кат. Леон, ты зачем хекс дал? Че, хекс не давать теперь? Лол. А вот если бы смотрел мои фишки? Да, если бы видосы смотрел, да. Поэтому, друзья, вот такая катка получается. Но, если честно, немного непонятный геймплей у нас получается. Это даже, с одной стороны, и интересно, а с другой стороны, немного непонятно, как-то эта вся тема происходит. Но, если честно, мы этот видос пытаемся очень давно уже заснять, просто никто не брал Леона. А тут ФП Леон, видимо, какая-то у пацана страта была. Я, если честно, немного не понимаю. Ну, это фаново. Чисто фаново. Где там еще кто есть? Дайте мне кого-нибудь покушаться. Если я выключаю хитбокс, то ГГ. Все, ГГ. 20-минутка чисто на тинике. Но я не знаю, честно. Но это работает, друзья. Это работает, эта тема. Но как это делать, я говорить это не буду, потому что все смотрели фишки. Обязательно посмотрите фишки, если кому-то интересно, как это получилось. Ну и... Антонио, что ты скажешь? Ну, говно, да, какое-то непонятное. Я одной кнопкой просто выиграл игру. Ну, типа, да. Забавная тема. Ну, не знаю, ребят. Смотрите сами. Напишите комментарий по поводу этого видоса. Это... Я хз, честно. Ну, вроде забавно. Ну что, поехали другой видос, а что если писать?